Находимся в ВДНХ. Назарбаев проехал. Должен и Путин, и Алиев как бы сюда. Здесь встреча у них состоится. Смотрите, какая обстановка. И охрана запрещает людям зайти в ВДНХ. Народ в очереди. Вот еще кортеж. Непонятно кто. Может, уже Алиев. По-моему, Алиев за рулем. В общем, вот такая ситуация. Смотрите, какая охрана зацепила. Что творится. Просто супер охрана. Запрещают вот народу ВДНХ зайти. Вот уже тут все столпились. Вот, и не отпускают. Вот часть вот там гуляет, народу вот выпустили, а часть вот здесь поставили. Можно вас? Уже секунд много прошло. Вот народ уже возмущается, что не выпускают. Хотят объяснения, почему не выпускают людей. Непонятная ситуация. Наверное, ждут Путина. Сейчас вот, говорит, кортеж проедет и отпустят. А вы можете дозированно как выпускать? Едет кортеж, тогда проехал. Уважаемые, еще следующий проехал. Народ, а? Сколько можно ждать? А вот здесь есть можно... женщины, беременные стоят. Пропускайте хоть по чуть-чуть. Они приказ, наверное, получили не пропускать. Что они могут делать? Для другого народа. По большому счету. Вот там уже столпились много народа. И все равно кортеж кто проедет. Вот, вот он. Снимем кортеж. Это, скорее всего, путинский кортеж. О, Аурус, да. Я надевал. Вот он, наш шеф проехал. Давайте пускайте уже, а? Кортеж проехал сейчас. Да, Ира машине команда. Его машина проехала. Аурус. Ну что, на вертолете приехала машина просто так отправила. Чего ждем дальше? Вроде кортеж проехал уже. Нет, ну я не жду.